Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все ништяк. Утро. И мне привезли машину, которую я купил. Сегодня среда. Я купил ее в субботу. Сейчас парень сгружает ее. Я поеду буквально 5 минут, кружочек сделаю на ней. И еще она останется на неделю. Если что-то будет не так, то я смогу ее вернуть. Так, ну посмотрим процесс. Так, ребятки, быстрое продолжение. Что вот мне понравилось с самого начала, вот этот LED package в этой тачке. Это круто. Дисочки, это обувь, как для меня, очень важно. И это не GTI, где там, ну, просто слишком ярко выраженный спортивный уклон. Так? Так, ну, будет какой-то сигнал, наверное. А, я оставил ее включенной. Выключаем. Культур-мультур. Даже какой-то... О, мне на десерт. Так. Ну, потом я вам сделаю хорошее видео. Очень интересная в начале была штука. Здесь камера, и когда я включаю заднюю скорость, она вот так поднимается. Ну, в этот момент тоже открывается багажник, но когда камера включается, просто такой звук, мне немножко, я confusion был. Ну, все, разобрались. Они перерегистрируют машину на новые, на мои обыкновенные AK Boost номера. Так. Все. Done deal. 40, полчаса. На неделю теперь можно проверять. Ну, я думаю, что я прокатился уже, никаких таких огрехов нету. Я думаю, что оставлю тачку. Все, ребят, давай. Счастливо.